Че, я пройду за ним? Давай. Ты не потеряешь его? Вот он сейчас с ним попрощался, смотри, попиздил. Сегодня выборы как бы. Сегодня? Спилка чего? Куда вам нужно, скажите? Вам что надо, вы нам будете запрос задавать или мы? Не, ну... Куда вам нужно, скажите? Мне нужно прямо. Прямо это просто пройти прямо? Выйти. Прямо и направо. Заходи, вот сюда, в этот кабинет. Вот. Следующий, да. Заходи. Говори, смотри, куда идти. А по поводу помощи? Какой? Вы сказали обратиться. Ну, на день выборов. На выборы. На какие выборы? Вы что вообще? Ну, сказали обращаться по поводу помощи на выборы. Да. Странно. О, еще один. Опа. Что ты хочешь? Вот этот чувак заходил туда. А вот этот пошел, он за ней пошел смотреть. Постойте! Молодой человек, подождите, куда вы текаете? А чего вы текаете? Ребята, что вы тут охраняете? А? А вы кто? Я гражданин Украины, а вы кто? Ты маешь что? Шо? Я так понял, вы державный службой. Я гражданин Украины. Совершенно, и мы так и шли. Ты наш мальчик.
А что вы тут охраняете, ребята? Стойте, вон, Шкода! 0737 БО! Милиция, срочно, 102! Уже они там. 0737 БО, Шкода! Да я заснёл. А что случилось? Ничего, фальсификация выборов занимается. И подкупом избирателей. Разберется милиция, кто занимается. А вы их покрываете, да? Этих людей? Я вас спрашиваю, вы покрываете этих людей? А вы не можете ответить? Да, из милиции. Предъявите, пожалуйста. Я вам ничего предъявлять не собираюсь. Вы свои предъявите, потом сразу я. На каком основании? На что, паспортный режим или что? Ну так у нас что, паспортный режим? Вы его предъявляете, вы потом я. Вы находитесь на территории державной установки. Так что тут не сбывается. Маленький право. Вы же вот приналетели, давайте. Да не на вас. Куда вы тихаете? Это им сказали. Они мурчали там. Звери какие-то. Ну какая разница? Мурчат кто обычно? Кошки, тигры. А да у них не вид... Каждого человека спрашивают, а вы куда, а вы кто так... Граждане Республики Чечня, откуда взялись на входе? Стойте, куда вы уезжаете? Остановитесь! Мужчина, вот, смотрите, его надо задерживать. Увидел милицию, сразу утекает чиновник. Знаете, что происходит, и два часа вас не дождут. Что это такое? Что тут бандиты делают в Дерсурке? Вот бандиты мучащие просто. Сейчас они втекли. Люди чеченской национальности, меня слушает кто-нибудь? Люди чеченской национальности охраняют вход в державный, в державную будивлю. Це державний реєстр виборців. Под кришей чиновника. Вот у нас он есть на видео. Как только вы подъехали, сразу он прыгнул в машину и быстренько убегать. Я просил вас его задержать. Вы как будто не слышали меня. Один из них вот сейчас в туалет зашел. Из этих ребят. Посмотрите. Так а что мне никаких уже поясни? Вы их найдете, вы... Вот, смотрите, девушка. Поговорите с ним. Так ну, что нас... Вы скажите, что втекли. Нет, так а что нас... Не, ну с этим поговорите. Ну так подожди, так вы предъявите. Так, так вы, те, кто утекали, вы тех уже не поймали. Не на какой. Как давайте разъясним, что бывает внутри. Чему тут раздают пайки? Не пайки, а гроши. Вы их не бачите. Тут раздают гроши. І списки виборців сьогодні не можна цього робити, як і вчора, як і позавчора. Я можу очки виділити. Ну, звісно, що тут роздають гроші, списки збирателей. Є відео, де заходиш. При входе стоят какие-то гражданские, неизвестные личности вообще, не знают, вот, как вот, завхоз, да? Это завхоз, говорит, такого не может быть, у нас есть видео, стоят три. Как не может быть, вы до меня сидите, что, что делать, охрана разбежалась, что это за охрана была? Вы говорит, я захожу я, да, к примеру. Послухайте, вы по очереди, я слышал, что вы захожу. За 5 хвилин, а дехто я не равняю, а міністра доніс. Да. Вчора у мене, я наскільки знаю, дітей перепугали, і якраз, мабуть, знімав, да? Обшук придумали діло. Обшукайте, будь ласка. Немає підстав. На підставі пишіть в суд, звертайтесь в суд. Ми і кажіть, нам треба обшукати, бо тут... Там гроші і списки, післязавтра день виборів. Тихо. Підкуп виборців прямих грошами. Пишем заявление. Ну, и когда это будет? Через месяц вы будете обсуждать. Несете... Я буду писать. Ну, и что? И будете думать, что же делать. Ну, а как обычно происходит? То, что выклик вот зафиксованный в телефон. 2 години кому, 2 години никого не было. Дочитались. Поки вони...
Що далі? Ось цей кабінет, який терміново закрила, як тільки сюди ми зайшли. І... Не пайки, а деньги. Деньги. Тут вообще людей нет, никого нету. Не спрашивайте. Только кричат. Двери закрыты. Позакрывали двери, а еще 15 минут назад были открыты. Да, мы заходили. И была охрана. Это что, спрашивать, он отказывается давать, поясни. Это что, даже звернение будет. Кто отказывается? От кого пояснення? Давайте я буду приймати пояснення. Так принимайте. От кого? Ну так сами, хоч от меня. Давай. Все открыто, работает. Это не штаб. Ну штаб. Ну вы ж за підтримкою прийшли, да, за помощью. Уже не работает штаб. Ну, наверное, не туда попали. Сюда, я знаю. Записи на этой неделе, то мы будем оформить документы. Ну когда? Кто сказал? Любовь Александровна? Нет, нет, так, изначально. Дима Бабырдиев. Да, нет, никто не работает. А что ты снимаешь? А что у вас тут гроши раздают? Чеченцы на входе сидят. Какие чеченцы? Тихо, стоп, спокойно. Уважаю. Выйди отсюда. А чего у вас тут гроши раздают? За... Гроши. Алло. Коля, привет. Привет. Да я тут ничего не повидаю. Да. Він. Да він не розказує. Здрасте, сів, короче. Звернення напишу, а з вами я розповідати не буду. Я зараз ось одного говорю, може він дасть. А де міліція? Вот, я. У цьому кабінеті роздавалися гроші і все інше. Коли ми зайшли, вони оперативно вибігли, закрили, навіть не виключили комп'ютер. А де міліція? Міліція. Міліція вон сидить один і другий, нічого не роблять. Міліція. А де міліція? Де міліція? Щось там. Сейчас я поясню. Оперативно подозреваемых отказали задерживать. Да, не стал, долго стоял. Андрей, минуту внимания, когда мы приехали, и была уже милиция, подозреваемые в правонарушении были еще на месте. Милиция отказалась их задерживать. Вместо этого начала нас брать... То не затримали? Не затримали. А чем вы занимаетесь, вроде? Пояснение. Так а что вы записали мои персональные данные и пошли куда-то? Почему вы не затримали тех, кто занимается пищником выборцами? Вы кришуете злочины. Это чеченцы. Это на видео. Это на видео. Вы кому присягу давали? Давайте пояснение. Чи бадаєте з присяжниками? Конечно, ну я ж даю. Не затримали бандитів, які займаються підкупом виборців. Пояснення дам, потім на будь-що. Поясніть мені, опозиційний кандидат. Чому ви не затримали бандитів? Згідно закону України, передивіть служебне. Ваше, будь ласка, я свої. Закон. Стаття 5 закону о міліції. Вот его коллега, которая также отказалась задерживать подозреваемых. Чому вы не затримали бандитов? На момент приезда не, вы не обманываете, у меня есть видео доказательства. На момент приезда, кроме вас и кроме криков... Прочитайте фамилию вслух. Покажите, я не фамилию показал. Вы не показали ничего, предъявите удостоверение. До полного ознакомления предъявите. Не захотел показывать, знаешь, что крышу преступность. Вы не представлялись никому. Я не бачу тут никого. Вы бандит, покрываете битву выборцы. Вы свою часть мундира продали за бадальский паёк. Показывайте посвящение. Называйте фамилию. Должность, звание. Вы зафиксировали тех, кто... Покажите посвящение. Зафиксировали. Все зафиксировано, у нас есть на видео. И видно, что проехали милиционеры, а эти правопорушники еще были на месте. На вимогу затримати бездействовали. Пішли, тільки з вами не шукаєте, а покриваєте злочинців. Ну, зараз хай покричать. Что значит покричать? Да вы покажите удостоверение, чтобы мы знали, кто покрывает. Мне посвящение, я кандидат в народные депутаты, я маю право, предъявить мне. Вы не предъявили, так похудели. Я вам предъявлю. Предъявить мне нормально. Я один раз предъявляю. Вы что, боитесь сказать, что вы представитесь? Представьтесь, я сказал. Ну, выполните статью. Представьтесь, я сказал. Вот вы не представитесь, никуда не поднимете.
Ви бандит! Вас вагони позривати треба! Ви за місто, щоб захищати людей! Нікуди ми не поїдемо! Ви продажний мусор, ви свої дітей з мандіра проти мене буде! На вслух. Дайте мені голос прочитати. Я ваше посвідчення не бачу. Я вам своє показую. Може ви не гляд, може ви оберете. Ви закон о міліції видели? Закон. Стаття 5 закону о міліції. Може ви наліпа, показуй посвідчення перевертень було. На що це ти? Що ви продали за совість продаж, ти не заслужив, щоб тобі викрали. Ви ж сволочі, перетворили правоохоронні органи в правопохоронні. Читайте статтю 5 закону о міліції, пред'являйте удостовірення по первому требованию граждан. Пред'явіть, ми не видели вашу фамилию. Дані записуйте, може ви дійсно не міліціонер. Я смотрю, вам говорять, представьтесь. Вам що, стидно, да? Не, представьтесь, я не пойму, вы не показали, он люди говорят, не показали. Вот здесь, вот, здесь сидите. Ага. Что значит садитесь в машину? Может вы оборотни, глянь, номера какие-то прилепленные, скотчем. Как это? Не-не-не. Как этого не будет? Вы отказываете? Ну вы хоть проявите в милицию. Что значит приходите? Вы на законы прилепленные. В министерство звонить надо, он не хочет вести себя нормально. Я звоню. Что сказал? Что послал нахуй, даже иди нахуй, дебил. Слышь, сейчас мы будем звонить в приемную министра внутренних дел, вы все политики и дрени фени отсюда. Вся милиция, вас давно пора разогнать. С чем вы занимаетесь? Крышуете бандитов? Приїхали фіксувати підкуп, відпустили бандитів, які займаються підкупом. Він відмовляється, відмовляється показувати документи. Він не прийде, сказав, я пристався. Махнув книжечку, так що ніхто нічого не бачить. Так він же не дає. Ми фіксуємо. Давайте, по-перше. Ви відпустили злочинців. По-перше, давайте все в правовому полі. Я як адвокат, давайте розбиратися в ситуації. Значить, ви зараз, по-перше, пред'являєте своє посвідчення. Представляєте, щоб всі чули, що це дійсно представник влади, що він дійсно складає... Так, і тільки тихо, без всяких криків. І без матюків, будь ласка. Прочитайте в голос. Олександр Віталійович. Все? Всім пред'явив. Яка у вас должность? Я пред'явив, більше пред'являть не буду. Так, так, так. Так ви пред'явили, або ви прочитали, що далеко? Марицько, ну я бачу, я бачу. А яка в нього була посада? А посада яка? Посада, звання яке? Олександр Михайлович, так? Яка посада і звання, ви побачили, вибачте? Старший дільничний інспектор міліції. А, так ви участковий чи що? Так. Нормально, на підкуп виборців участкового прислали. Олександр Михайлович, тепер у нас є людина-очевидець. Ви її почали допитувати, будь ласка, встановлений... Так, тепер давайте встановлений... Конституційні права. На вольне передвиження по всій Україні. У нас же ж вольне, я можу знаходитися де угодно, правильно? А меня тут какие-то люди хватают за руку. Ганя, что ж, действительно. А почему вы там закрываетесь, девушка? Что вы там закрываете бумаги какие-то? Ну дайте. Знаете, регистрационный номер чергової частини. Чтобы оно просто не поменялось. Там, ну подождите, не шевелите. Я не маю права вам. Как это вы не маете? Мы же читали, подписывали. А зачем вы свет выключаете? Вы мне... Ну ладно. Вы же подписали. Оборотни в погонах поехали на свой промысел.